шутка юмора. Это там на одном из участков на рыбхозе. Но я не могу, просто меня рвет от этого прикола. Такой доверчивый. Ну, использую масло, чтобы препарат закрепить на корме для прокармливания форели. Крустоцит. И бутылки остаются, и вот он постоянно звонит мне, что делать, как делать, и вот-вот-вот. А бутылки можно это использовать? Ну, вечером уже просто, думаю, надо проучить, глупый вопрос задавать. Данила, я могу банки сжигать из-под масла, из-под растительного, что вы наливаете под кормку? Андрюха, ну ты капец вообще. Как их можно сжигать? Ты чё? Я их сдавать буду, мне ипотеку платить. Не вздумай вообще. Их надо вымыть, поставить и с Анатоличем передашь. Ну ладно, тогда я их, короче, помою. Да и сфер тогда лучше помыть, наверное. И тогда с Романом Анатольевичем приедет, тогда я отдам. Я пакет ее положу, тогда слово их все. А у тебя ёршик есть? Ты этот, потому что там надо ответственно подойти к делу. Да, у меня, сука. Все, отстань. Я, короче, это... Все, я сжигаю, хорошо, до тебя.